В Мурманской области появился аппарат для выявления вирусов. Нанофор-05 – первый серийный российский генетический анализатор. И теперь такое устройство есть и в Мурманской области. С его помощью можно фактически прочитать молекулу ДНК и выявить, к каким лекарствам устойчив вирус, находящийся в теле конкретного человека. Благодаря прибору врачи могут подобрать наиболее эффективное лечение для каждого пациента. Вот благодаря такому аппарату мы теперь способны будем назначать лечение, которое изначально будет уже гораздо более эффективным и подходящим для конкретного пациента. В первую очередь такое оборудование востребовано в центрах по борьбе со СПИДом. Также прибор поможет пациентам, страдающим патологией печени из-за гепатита С и Б. Кроме того, чудо-машина может помочь в решении даже самых сложных задач в различных областях. Генетический анализатор-секвенатор, который приобретен нашим центром, может использоваться в криминалистике, может использоваться в пренатальной диагностике, в диагностике наследственных заболеваний, определения мутаций генов. Может использоваться также в определении онкологических заболеваний, предрасположенности. Хороших вам новостей!